Абитуриенты 2019 поступают во вновь аккредитованный вуз. Министерство образования и науки после тщательного анализа работы ТУСУРа продлило госаккредитацию на 6 лет, что, по словам ректора, является безусловным подтверждением эффективной и слаженной работы команды сотрудников университета. Все 33 направления подготовки и специальности признаны соответствующими высоким государственным стандартам. Не случайно в этом году министерство увеличило число бюджетных мест. Теперь их на бакалавриат, специалитет и магистратуру 1364. Судя по показателям на 5 июля, больше всего желающих поступить на бюджетные места на факультеты систем управления, безопасности, электронной техники и радиоконструкторский. Однако все еще может измениться, ведь претендовать на бюджет можно до 26 июля. Всего в ТУСУР к 5 июля подали заявление 1200 абитуриентов, а в прошлом году их было лишь 800. Для ребят созданы все условия для того, чтобы их поступление было максимально комфортным. Это и личные кабинеты, когда можно, не выходя, как говорится, из дома, подать заявление на любое направление подготовки и потом там же в личном кабинете отследить статус своего заявления и быть зачисленным и приехать сюда уже к нам на обучение к 1 сентября. 29 июля состоится зачисление льготных категорий поступающих, а 3 и 8 августа – два основных этапа зачисления в ТУСУР. Но для тех, кому не посчастливится оказаться в списках бюджетников, есть возможность поступить на платное обучение. А оно, кстати, частично субсидируется за счет вуза – до 56 тысяч рублей. Позже при успешной учебе можно перевестись на бюджет. Особые условия подготовил ТУСУР для победителей Олимпиад. Им автоматически начисляют 300 баллов и избавляют от вступительных испытаний. Таких студентов ожидает повышенная стипендия в 15 тысяч рублей.